Ну, да, в принципе, обновления-то идут, реформы вводятся новые. Вот. А пока вот это все в процессе, мне кажется. Мы же все поэтапно будем достигать. Скорее да, чем нет, поддерживаю, конечно. Потому что за короткое время очень много перемен произошло в лучшую сторону, на мой взгляд. Конечно, еще не видно, но я думаю, со временем все эти реформы мы на себе прочувствуем. Мне нравится просто его дипломатический такт. Мне нравится, что он очень образованный. И, в принципе, ну, видно, что человек знает, что он делает. Поддерживаю. Множество критики идет в его сторону, я считаю, неоправданной. Потому что все-таки нужно какое-то время, чтобы реализоваться полноценно, да, уже. И прийти к чему-то новому. И я думаю, что у него все получится, потому что он очень... Время показал грамотный человек, очень начитанный.